ты не умеешь пвпшиться. И он меня сейчас вынесет. Нет, он меня сейчас вынесет. Все, валим, валим. У нас есть еда. Всем привет, с вами я, Крюкюб, и сегодня мы будем играть в Буга-Буга. Если что, я играл в эту игру достаточно давно. Если что, одним из моих первых видео по Роблоксу, самым первым видео по Роблоксу было видео по Буга-Буга. И немного здесь игра очень странно работает. То есть, теперь я не могу просто-напросто использовать дефолт классик. Мне надо переключаться просто на классик. И у нас выглядит вот так вот карта. Сейчас идет какая-то буря, сейчас падает метеорит. Нифига себе, кристалл метеорит. Но я не смогу его взять, потому что у меня первый уровень, и у меня вообще ничего нет. Так, давайте добудем мертвое дерево, чтобы скрафтить плод, и чтобы отправиться на главный остров. Жесть. Здесь у нас очень сильно прокачанные люди. Также есть люди с пятыми, третьими уровнями. Я надеюсь, они меня не будут просто-напросто уничтожать, потому что я как бы нубасик. Нифига себе, они много чего добавили в этот режим. Опа, я могу спереть этот плод. Так, но я вижу эти волны нереально-нереально гигантские. Боже мой, я давно не играл в этот режим. Ух, последний раз, когда я играл в него, это было примерно, не знаю, где-то года 2-3 назад. Это очень было давно. Я получаю такую жесткую ностальгию. Но мы програлись в их... наш с вами... Ох ты, нифига себе. Они все поменяли так сильно, но на самом деле ничего. У нас вернулись трейд. Да ладно, у нас вернулись трейд маркет. Нифига себе. Да ладно, мы можем продать бревно, мы можем это продать. Ничего себе. Они вернули этот маркет. Наконец-таки пофиксили. Так, у нас здесь должна быть железная руда, но у нас камень, и он слишком слаб для этого. Поэтому давайте добудем дерево. Так, я добываю маленькое дерево, чтобы получить бревна. И напишите в комментариях, хотите ли, чтобы я продолжал снимать Буга-Буга или нет. Так, давайте подберем все, и мы можем скрафтить что-либо. Нам нужна палка, поэтому нам надо сломать этот маленький кустик, поэтому просто-напросто давайте сломаем его. Так, и подберем палки. Все, мы можем скрафтить каменную... деревянную кирку. Деревянный топор я не буду крафтить, потому что мы можем добыть камень, либо же нет. Но я не знаю, где камень, поэтому... Да, небольшая досада. Вау, мы можем что-нибудь сделать с этими улитками? Да, можем добыть большие каменные улитки, окей. Так, ну я проходил, если что, когда-то давно ивент на... Ивент, получается, на куриный топор, что ли, или что-то в этом роде. Так. Ол, мы не можем скрафтить каменные инструменты. Чё за отстой? А чтобы их скрафтить, нам нужен третий уровень. Опа, а вот это уже большие проблемы. Так, я помню, я выносил вот этого вот гиганта, и это было прикольно. Так, там заспаунился какой-то кристальный фулсет, вроде бы. А нет. У него магнетитовый рюкзак, но у него ничего нету. Так, давайте я добуду этот ледяной кусок. И соберу весь лед, который нам здесь дали. И если что, я вдруг не симулирую то, что... О, это мой первый раз, когда я играю. Нет, меня реально вайпнули. У меня 0 моджо. И тут написано Coming Soon. Поэтому они что-то делают с реберфами. А пока что здесь просто-напросто люди с миллионными уровнями. Это как-то немного дисбаланса. Ну ладно. Я помню, я пвпшился когда-то давно. Это было очень клево. Так, давайте повыносим вот этих вот... наших с вами барашков, или я не помню, как мы их называли. Так, они немного поменяли систему подбора, и опа, у нас третий уровень. Мы можем скрафтить каменную кирку. Так, теперь можем вынести этого нубасика. Так, ты, значит, здесь стоишь, да, пытаешься сломать это дерево. А к тебе подходит и выносит с каменной кирки, а? Не ожидал такого, да? Все, мясо. И я, кстати, помню то, что этот восклицательный знак значит то, что ты в PvP, ты просто так не уйдешь от этого. И ты должен находиться на сервере, пока у тебя включен этот тип режим. И да, здесь нельзя выносить киркой наше дерево. Фух, они это сделали в отличие от скайблока. Ах, ужасно, кошмарно. Ай-яй-яй, как вы могли так сделать? Ну ладно, так, давайте продолжим наше с вами приключение. Но я хочу поехать на основной остров, потому что я вижу, что там что-то поменялось. Там появилось еще какое-то дерево. Так, кто-то основал синий трайб. Давайте я тоже сделаю трайб. Violet Tribe. Пока... Оп, этот трайб уже существует. Ладно, давайте сделаем желтый трайб.
Здесь я сделал серый трайб, здесь я сделал красный. Зеленый трайб тоже существует. Опа, голубой трайб. Голубой трайб не существует. Поэтому у меня есть голубой трайб. И давайте просто-напросто пригласим каждого на этом сервере. Нифига себе у нас людей заходит. Все, у нас просто-напросто будет гигантское сейчас поселение. Наш трайб уже является самым гигантским на сервере. Просто-напросто мы пришли такие. Давайте всех сделаем нашими с вами соклановцами. Так, просто-напросто сделаем гигантский трайб. Нифига себе, у нас уже почти треть сервера. Я там вижу магнетитового чувака, и мне это не внушает никакого доверия. Чё за... Чему здесь все так поменялось? Я не помню, чтобы здесь в Буга-Буга все выглядело так странно. То есть, вот эти вот странные структуры, еще что-то. Но я, кстати, помню этот водопад. Тут все очень сильно поменялось. Очень сильно. Если вдруг вы посмотрите старые видеоролики по Буга-Буга, то вы можете убедиться в этом. Так, здесь у нас человек. Здесь у нас человек пытается добыть железо. Так. И тим. Тимемся. Окей. Я просто добуду камень. Ты меня не трогай. Окей. Так, ладно, мы его вынесли. Он просто уплывет. И мы не будем никого трогать и будем жить мирно. Да, скорее всего, мы будем жить мирно. Так, давайте сломаем этот болтфрут. Так, теперь мы добываем железо. Я делаю все не по порядку, просто-напросто. Ну ладно, добываем железо. И у нас есть сырое железо. Так. Я надеюсь, мы сегодня хоть что-то скрафтим. Хотя, я не думаю, что так надо торопиться. Золотая улитка слишком крутая для нас. Мы можем ходить по лаве, кстати говоря. Мы такие бессмертные. Так, что у нас здесь находится? Здесь у нас находится железная руда. Замечательно. Как раз для нас это будет сильно полезно. Главное, чтобы сюда никто не пришел. Но у нас полсервера, поэтому будет кому защитить нас. Так, давайте еще раз пригласим часть сервера. То есть, те, кто первые, особенно уровни, просто-напросто смогут к нам зайти и нам помочь. Во-во-во, два человека сразу зашло. Замечательно. Давайте. Если вдруг мы будем, кстати, стримить этот режим, то мы сделаем гигантский трайб. И мы вынесем всех. Я услышал горн. Я не думаю, что вы можете услышать, потому что я выключил аудио. Но все равно. Пока что все идет прикольно. Так, мы добыли железо. Ничего себе здесь железо. Опа, мы можем взять эту гигантскую лодку. Если вдруг мы ее сможем спереть, как самый настоящий гангстер. Так, давайте устроим первую баталью. То есть у нас там идет человек не входит ни в какой трайп. У него просто-напросто кожаный рюкзачок. Так, давайте посмотрим, сможем ли мы его вынести. Так, Алмаз, он что, в нашем трайпе? Серьезно? Да, он в нашем трайпе, окей. Чего за дичь? Это Какс. Странное имя. Но он нереально светлый. Смотри, какие у него отражения. Так, ладно, Алтаз, мы будем тогда, Алмаз, точнее, мы будем с тобой в тиме тогда. Не будем никого трогать. Так, есть челик, у него кристальная палка, поэтому мы не будем его трогать. Мы просто пройдем стороной. Ты думаю, давайте попробуем устроить рейд. Я знаю, что здесь можно кого-то зарейдить, напасть на чью-то базу. А я знаю, кстати, что там есть изумруды. Знаете откуда? Потому что я снимал видео. Жесть. Опа, очки, нифига себе. Смотрите, что я нашел. Так. Если мы, ну, это почти бесполезно, на самом деле. Гигантская улитка, которая мы ничего не можем сделать. Видите, здесь пещера, и здесь есть золото, здесь есть улитка, здесь есть золотой пресс. Ага, что это такое? Это губер. Окей, давайте заберем нашего губера. Мы не можем делать камни. Окей, мы можем сломать коин пресс. Стоп. Мне показалось, ли я его сдвинул? Нет. Мы можем крафтить что-то из железа. Так, я не уверен, потому что нам, наверное, нужен 10 уровень или 5 уровень. Так. Нет, нам нужен 7 уровень вообще. Ладно. Может быть, тогда мы переплавим все. Так, давайте возьмем. А, стоп, тут у нас уже есть готовый. Нам не надо крафтить ничего. Как отменить крафт? И ладно, у нас будет 2 костра. Ничего страшного, на самом деле. Так, давайте сбросим все железо. У меня нету никакого оружия, чтобы защититься вообще. Поэтому, если вдруг на нас кто-то... А, нет, я могу скрафтить дубинку, все. Ты тут пытаешься основать новый город, да? Привет. Хочешь быть таким крутым, да? Все, тебя больше нет. Так, я пытаюсь защитить свое железо, все. Это жесткий ПВП. Все, мы вынесли его. Это железо, если что, не плавится. И у нас готовы железные слитки. Опа, замечательно. Так, и мне нравится то, что мы можем двигать все вот эти вот предметы. То есть, если вдруг мы хотим передвинуть raw morsel, мы можем его передвинуть. У нас есть кук.
Cooked Morsel. Было бы очень круто, если бы мы прокачались до миллионного уровня и до магнетита. Вот тогда было бы хоть что-то интересное. Но если вдруг вам понравятся эти серии, то буду снимать. Опа. Наша лодочка вот так вот немного поднимается. И это очень интересно. Смотрите на это гигантская золотая фиговина. Так, здесь у нас есть какой-то челик. Челик с кристальной киркой. Стой. Это у нас гигантский, что ли, метеорит? Или что? Так, давайте нападем его. Так, мы его почти вынесли. Нет. Я могу подобрать все. Я подобрал все. И он меня не обокрал. Знаете почему? Правильно, потому что я все подобрал. Я небольшой хакер. Небольшой хакер, он такой. Я вынес нубасика. Но нет. Я подобрал хоть что-то вообще. Мне показалось, я подобрал золотую монету. Не, я не подобрал. Очень обидно. Здесь кто-то добывает лед. Ну ладно, мы не будем мешать ему. Привет. Так. И уезжаем отсюда, чтобы опять напасть на того челика, помешать ему. Если бы мы его вынесли, у нас был бы адурит. Но нам нужен кристалл. Так, давайте скрафтим дубинку, потому что я думаю, что это выгодно. И кирки. Потому что я тоже считаю, что это выгодно. И отправимся назад. Так, у нас сейчас будет баталия. Прикидываемся то, что у нас есть камень. И то, что мы просто маленькие нубасики, которые не знают, как играть в ту игру. Так, будем просто-напросто бить по воздуху. Нет, он уедет от нас. Ну почему? Почему все уезжают? Так, я маленький нубасик. Я тебе ничего не сделаю. Надеюсь, что он на меня не нападет. Не подумает, что он слишком крутой. Да-да-да, ты подумал, что ты слишком крутой. Конечно же, чел. Все. Все. Но мы, конечно, и обманули его. И уедем отсюда, потому что я не хочу, чтобы на нас кто-то напал. Мы не так уж и мало ресурсов получили. Давайте сделаем рюкзак из листьев, потому что он нам поможет. И оденем его, и все. У нас теперь есть хоть какая-то экипировка. Так, это один из наших соклановцев. Тут у нас гигантский водопад. На самом деле, не очень сильно поменяли эту игру. Жесть, я помню, очень давно я играл, очень давно, и у меня ностальгия сохранилась. Так, здесь у нас имеется один из наших друзей, привет. Нам надо попробовать вынести того магнетитового, если что. Так, мы можем взять этого барашка и напасть. Так, но я надеюсь, мы можем хотя бы стырить, мы можем... Нет, я валю отсюда. Я тебя не трогаю, все. Возьмем барашка и уедем отсюда. Так, нам нужна железная кирка. А для железной кирки нам нужен 7-й уровень. Либо кристалл. Так, ладно. Кристалл на мою память добывались достаточно трудно. Надо было вынести одну из таких голов. Ты не умеешь пвпшиться? Или он меня сейчас вынесет? Нет, он меня сейчас вынесет. Все, валим. У нас есть еда? И ладно. Так, он стал синим трайбом. Мы можем попробовать вынести его. Так, нет, меня вынес. Эх, мы потеряли так много ресурсов. Ну ладно. И я думаю, до этого закончим видео. Мы начали с ничего. И закончили мы таким вот неплохим лутом. Напишите в комментариях, что вы считаете насчет этого видео. 21 минуты. Нифига себе, я долго снимал. И всем пока.